Мичу, переселенному в микрорайон Рябиновка, мэрия заплатит больше 2 миллионов рублей. Долгожданные квадратные метры в злополучном жилом комплексе Сергею Черкасову выдали около 2 лет назад, но он отказался въезжать в квартиру. Мужчина, наблюдая за ходом строительства, стал свидетелем целого ряда нарушений и вместо того, чтобы заселиться, подал иск на мэрию в центральный районный суд Омска. Спустя 2 месяца разбирательств Фомич сумел доказать свое право на получение денежной компенсации. Теперь его примеру последуют и другие переселенцы. Еще 2 человека уже подали, но они только подали. И большая группа готовится подать. Они ждут результатов моего суда. Будет подавать человек 15. Они уже подготовили все документы.